Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Влад. Твою мать, он здесь. И я продолжаю играть в Alien Isolation. Сохранился я, как видите, не на очень хорошем месте. Фух. Он где-то близко, и в предыдущей серии я погиб. Как вы можете видеть. Ну, если смотрели предыдущую серию. В общем, я играю в Alien Isolation, и... Тут все очень плохо, ребят. Серьезно. Если вы видели предыдущую серию, я... Ой, блин. Он здесь где-то? Твою мать. Мне хана, да? Вы же не хотите сказать, что он... Пипец. Мне страшно, да, вообще до усрачки. Отлично. В предыдущей серии, как вы помните, я погиб где-то именно вот здесь. Ага, ты сволочь здесь, да? Вот она. Смотрите. Я погиб как-то так. Здесь нужно было в тот раз мне задержать дыхание. А дыхание задерживается правой кнопкой мыши. Но я этого не понял. Мне написали потом уже. Что надо так делать? Так, где эта тварь, а? Где-то ходит, шляется. Я, блин, хрен знает вообще. Ага. Но он совсем близко, он здесь ходит. Пикает это еще хрень. Ай. И к тому же я заболел на днях, поэтому. Во-во. Так, мне бы стоило сейчас выбежать. Но что-то мне страшно просто до усрачки, реально. Он назад идет. 66, 69, 7. А нет, уходит. Уходит далеко, причем, а нет, возвращается, причем быстро. Эта тварь еще иногда сюда забегает. Вот это вот хреново вообще. Втройне, если не в четверне. Ой, короче. Короче, все плохо. Так. Его вроде как нету. Надо идти. Он здесь? Да, он вообще рядом. Но, по-моему, по вентиляциям шагает. Так, ну мы сейчас почитаем все то, что нам было. Что мы и видели в предыдущей серии. Так, вот это вот. Не знаю. Говорит Лингард, старший офицер медицинской Почему службы станции Севастополь. Я хочу... Я официально заявляю, что компания Сиксон оказывала на меня давление в ситуации с пациенткой. Рэнсом. Старший представитель Сиксон. Он сделал ряд угроз в отношении моей карьеры и сертификации, но дело не в этом. Господи, помоги. Я не могла отказать этой женщине. Не знаю, какого типа паразит был у нее внутри, но он явно оставил что-то после себя. Мне очень жаль. Я...
Даже и подумать не могла, что такое случится. Капец, что так громко, мать вашу. Пипец, он услышал же это. Ой, блин. Тварь, иди отсюда. Иди обратно в свою вентиляцию. Охренеть, ну все, он сейчас здесь будет бегать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пожалуйста, не говори, что ты тут. Сваливай отсюда, сваливай. Тихо, вот здесь. Я не хочу вылазить. Лишний раз палиться. Так, он. Он ушел, он. Ой-ой-ой, он там. Ух, сволочь, а. Ноль 37. Уходит, нет? Приближается. Вот. Все-таки вроде как в вентиляцию полз, но сволочь выпрыгнул. Знаете, я сейчас должен вот обойти вот так круг и пройти вот здесь. Это самое, наверное, сложное будет, что сейчас мне предстоит сделать. Потому что он здесь, он никуда не уходит вообще. Ой-ё. Он знает. Он знает, что я здесь. Он чувствует, что я здесь. Валим, валим, валим. Какой кот еще? Какой, мать, твой кот? Япона, мать. Вы что, издеваетесь, что ли? Вы издеваетесь вообще, что ли? Персонал госпиталя составляет андроид. Если... Какой, мать, твой код? Япона, мать, а? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как все плохо. Как все плохо. Что, где? Какой код? Нет, это издевательство просто. Вот этот же код. 1702. Хотите иметь дело только с людьми? Сообщите в администрацию. Бля, вы издеваетесь вообще. Ой, блин, здесь же, смотрите, есть эта хрень. Пропуск. Блин. Твари, вы просто твари. Бездушные твари. Где его искать, этот пропуск? Вот там. Ой, блин. Его вроде нету. Необходим код.
Япона мать. Кот, давай, ищи кот, мать твою. Фу, я вообще потею. 2-5-0. Стой, какой? Ой, тупой. Я тупой просто, я забыл код. 2-5-0-5. Все, быстрее. Пропуск. Ой, просто издевательство. Сэмюэльс, я иду. Просто издеваетесь надо мной. Да давай быстрее, блин, уже. Мать вашу. Так, а мне-то куда идти? Искать аптечку в операционной. Тут просто кошмар, Сэмюэльс. Я в шоке вообще. Да япона мать, грёбаные баллоны. Сюда? Сюда, чё мне здесь надо идти? Ой, ёп. Сэмюэльс, аптечка у меня. Мы на станции транзита у госпиталя. Рипли, мы слышали выстрелы. А раз слышали мы, то и существо наверняка тоже. Чё-то их тут очень много. По-моему, это люди какие-то. Или андроиды. Я даже разговоры слышу. Так, какие вы уроды все-таки, а, разработчики? Я вас ненавижу просто. Найдите пропуск. Да как я пропуск буду искать, если у меня тут, блин, под боком 50 этих чужих бегает? Ладно. Собрался в руки. Я слышал эту тварь. Вентиляция. Нужно, короче, быть аккуратным очень. Так, давайте. Почитаю потом. Тернер, у нас тут ЧП в Сан-Кристобале. Перекрой там все и никого не пускай, пока не придет Гарсия. И никому ни слова. Нам тут только паники не хватало. А когда я узнаю, какая сволочь растрепала об этом Рэнсому, заставлю сожрать значок. Рэнсом явился, размахивая удостоверением, и наблюдал всю эту хрень из портера. Дело и так очень серьезное. Не хватало только, чтобы еще Рэнсом все усложнял. Я понятно объяснил? Конец связи. Да опять эти баллоны меня... Пошли. Они сейчас... привлекут ненужное внимание ко мне. Хорошо, пока никого нету. Я валю нафиг. Там кто-то есть. Ну, же летят спасатели, правда? Люди. Это хорошо и плохо на самом деле. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не иди сюда, не иди сюда. Твою мать. Натравил называется. Сейчас мне хана будет, ребят. Шутки-то шутками, но эта тварь меня найдет, если я не буду поторапливаться. Так, ладно, давайте посмотрим на карту и определимся все-таки. Нам нужно сюда сейчас выбежать, но эта тварь где-то вот здесь находится. Так, я знаю, что мышку не видно на отображении, поэтому
Короче, нам нужно вниз сейчас. Это он, да? Ой-ой-ой. Сволочь, он здесь. Иди отсюда нахрен. Убирайся вон. Там еще какие-то значки, я не пойму. Он свалил. Угу. Он свалил через вентиляцию. Ой, блин. Твою мать! Извините меня, если я заорал слишком громко. Я просто думал, что он сзади меня. Ой, блин. Ой, капец какой вообще. Он здесь. Он внизу вот теперь сейчас. О! О! Все, мне хана. Ха-ха! Фух, все-таки нашел меня. Пипец, а. Я в шоке. Я вообще не знал, что так меня может пугать эта тварь. Господи, опять сейчас этот код искать. Доктор Лингард, это Рэнсом. Не помните? Ну как же, ваш друг в верхах компании Сикс. Нафиг его включила? Наверное, вы уж и голос мой забыли. Не звоните, не заходите, совсем меня забросили. Ну что ж, вы дама занятая, а у меня много друзей. В том числе и в службе безопасности. И кое-кто рассказал мне о том, что вы сообщили недавно Уэйтсу. Меня тоже очень интересует ваша находка. В конце концов, много ли знает о вас Уэйтс? Точно меньше меня, вашего старого друга. И вряд ли он будет снисходителен к вашим махинациям на черном рынке медикаментов. С нетерпением жду вашего звонка, док. Пипец, конечно, по этим лабораториям бродить. Фу, я офигеваю. Пипец, везде какая-то засада. Сэмюэльс, аптечка у меня. Мы на станции транзита у госпиталя. Рипли, мы слышали выстрелы. А раз слышали мы, то и существо наверняка тоже. Ой, блин. Нет, нет, не говори мне, что я наткнулся на эту. Убирайся отсюда, пожалуйста. Уходи. Или это мне надо убираться отсюда? Еще этот чужой здесь лазит. Фух, короче, у нас полный просто... полная горсть проблем. Что-то, по-моему, была плохая идея стравливать этих людей друг с другом. А потом еще и с чужим бороться. Но я не знаю, как вот с этим вот про человеком. Так, операционная. Мне нужно добраться до приемного отделения. Там их трое, да? Пипец просто. И от всех мне прятаться надо. Фух. Мне, конечно, извините, что я тут просто засел под этими столами, но что делать, я не знаю.
Ё-моё. Ну вы сами видите, да? Он здесь? Шокер здесь, что ли? Против чужого-то я не думаю, что это поможет как-то сильно. Хотя и ШГ он, по-моему, боится. Светошумовых. Что-то, по-моему, зря. Валим. Просто из последних сил куда-то иду. Там. Фух. Так, вроде никого, можно идти. Так. Что-то там назревает, по-моему. Ой, вон он. Ух, ладно, ждем, пока он уйдет. Да где вы все, ё-моё? Нет, главное, чужой ползает, ага, не трогает их. А меня сразу находит, сволочь. Это настоящий кошмар. Согласен, мужик, вообще не говори. Они все с пистолетами, блин, капец. Шокером его или... Слава богу, я вас нашел. Ой-ё. Вот эти ребята опасны тоже могут быть. Так-то их раскидал всех вообще, как этих. Как щенков просто. Я не намерен тут сдохнуть. Да валите отсюда уже. Пипец, а. Ой, блин. Тихо, тихо. Да валите вы все отсюда, нафиг. Если я подам хоть... Голосок меня убьют. Меня сразу застрелят. Это ты предложил, не я. Фух. Это настоящий кошмар. Светошумовую, что ли, кинуть? Держи ухо востро и не зевай. По-моему, меня услышали. Сейчас будет... Веселье начинается. Ой, блин. Ага, все, началась веселуха. Что-то было, по-моему, он сбежал. Япона мать, я вообще в центре жопы этой грандиозной. Вон она. Я в эпицентре задницы. А вот тут этот парень тоже, да, охеревает. Ни хрена, он его вопли не слышит. Я офигею с этого чужого. Спрятался тоже чувак, как и я.
Не, ну я не знаю, блин, это песочница какая-то. Ой, тихо. Ты чё, мать твою, не слышишь? Сзади меня орёт. Чувак. Мне вот интересно, они связаны эти? Пипец, короче, тому типу. Не, я мог бы выйти. О, баба. Да, они связаны. Все, она. Убил и свалил. Где? 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 Он здесь где-то, да? Опять? Ай, ё-моё. Ненавижу, когда он так делает. Да где он? Я не... Ну я вообще тут просто как... Бельмо на глазу. Твою мать, куда я зашел? От одного укрытия к другому. Так. Пипец, все печально. Все очень хреново. Через приемные дороги нет. Мне не выбраться. Только пройти насквозь. Рипли, это же больница. Там должна быть предусмотрена процедура эвакуации. Как вы мне дороги. Начать эвакуацию госпиталя? Мля, да ты чё, шутишь, что ли? Он здесь, прям надо мной. Да вообще издевательство просто надо мной. Фух, идем куда просто глаза глядят. Я... Конечно. Войти в терминал была глупая идея, наверное. Я просто... Морли, это Лингард. Просто посмотрю. После инцидента Уэйтс требует изолировать госпиталь. Его люди будут выяснять, что это за паразит. Я сказала, что существо очень шустрое, но они все равно надеются поймать его сетью. Я организую временный лазарет за пределами госпиталя. Ты за старшего. Ни в коем случае не пускай внутрь Кульмана. Не хватало только, чтобы он воровал лекарства под носом Уэйтса. Где сохранение? Фух, долгожданное, просто долгожданное. Я в напряжении весь сижу, бля, еще там... Это что, вот это? Давай же, давай, включусь, мать твою. Все, эвакуация? Ты все, что надо, сделал? Что-то, по-моему, попахивает херней какой-то. Я бы закрылся бы здесь и тут бы жил бы. Чтобы, мало ли. Так, чё я вообще не понял, ректора, начать эвакуацию госпиталя.
все правильно делаю. Может, я что-то не так? Персонал госпиталя составляют андроид. Если хотите иметь дело только с людьми, сообщите в администрацию. Все понятно. Давай. Ой, блин. Что это было? Не пугайте меня так, блин. Там стол есть, что есть, кстати. Пипец, дыхание такое, я в шоке. А, андроид сейчас выпустит. Вот сюда можно спрятаться, если что. Ой, вон он, смотри. Видите? Вот он. Ой, блин. Чё я сделал? Делать-то? Я все еще не сделал то, что мне надо было. Подождите, мне надо к тому этому подойти, да? Ой, блин, еще и урды, вы ее вообще гоните. Просим амбулаторных пациентов. Вы просто гоните. Вы просто гоните. Давай быстрее. Все. Да нету тут никого. Давай, эвакуацию начинай уже. Будь свободен, скорее. О, вот он. Я же так и знал. Видите? Он меня типа нашел. Я вам объясню, что значит техника безопасности. Я валю нахрен. Ой, ты сволочь. Я вообще попал, по-моему. Не, я. О! Понятно. Ой, блин, капец, ребята, это просто кошмар. Ой, блин. Ну вы поняли, да? Ой, я не знаю. Это тупость, это... Как такая сложность может быть? Мне рвет просто все изнутри. Я охреневаю. Еще эта тварь тут. Мало того, что эта тварь тут ходит, она еще тут... Вентиляция ждет тебя, пока ты... Блин, ну капец, я не знаю вообще. Я хочу домой, к маме на руки, блин. Я, конечно, зря сделал, что... Вот оно. Все очень плохо. Все очень хреново. Вы сами видите, да? Убирайся отсюда, тварь. Сожри этого андроида лучше. Рипли, вы целы? Рипли? Не сейчас. Нашел, мать твое, время, козел.
Так, ну вроде эта сволочь ушла отсюда. Прикинь, да, взломать вот этот вот сейф, вот этот вот компьютер, когда тут андроид ходит. Да вы вообще долбанулись. Ой, мать твою. Тихо. Ой, ё. Да давай, залезай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Спокойствие. Что он делает? Он тупой, что ли? Тихо. Чему смеялся я сейчас? Ой, блин. Ой, блин. Давай, давай, давай. Быстрее, бегом, бегом, бегом. Так. Раз, два, три. Все, готово. Все, давай, пожалуйста, быстрее, 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 быстрее. Это вообще просто тотальный пипец. Все. Мне надо сохраниться, вон она. Эта тварь полезла. Так, давай. Тихо, он мне не должен засечь ни в коем случае. Давай, давай, родная. Фух. Оба-на. А, все понятно. Давай, давай. Фух. Так. Сейчас уйдет. Я двинусь. Это будет самая просто жопа. Вон она. Так, как мне быстрее пройти? Ой-ё, он преследует меня. Он по-любому преследует меня, сволочь. Вообще сам не понимаю. Там ходит тварь. Он ходит именно там, где мне надо. Ой, блин. Так, ну я помню путь. Тихо, тихо, тихо. А-а-а! Тихо, тихо. Тихо, пожалуйста, тихо. Я вообще схожу с ума просто от этой игры.
Так, я напряжен до... до безумия. Он ровно за стеной. Если он выйдет сейчас здесь, я даже не удивлюсь. Убирайся отсюда, да залезь теляться, в конце концов. Не мать, чё? Как он тут оказался, блин, ребят. Вот эта игра на туре. Какой-то уже блатной, видите, сленг пошел. Я офигеваю просто с ней. Я выбрался, нет? А! О! Тварь, иди отсюда! Японский городовой, вот это вау просто! Ой, блин! Что? Что меня спасло? Какой-то, мать его, чертов взрыв! Твою мать, валим, валим, валим отсюда. Я не знаю, по-моему, сюда, не знаю, куда. Нет, правильно я. Сюда, не сюда мне. Что? Что это? Куда бежать, блин? Ой, не сюда, да? Сейчас еще и чужого на чужого нарвусь. Как? Чё делать-то, блин? Япона мать, а? Да вы мне объясните, что сделать мне? Я фиг знает вообще. Это, видимо, нет. Открывайся, мать твою. Твою мать, а. Ой, это вообще, ребята, это... Я в шоке. От этой игры я в шоке. Спастись. Ну ладно, допустим, по сути идти надо. Бегу туда, такой, знаете, думаю, чужой здесь, не чужой. Но никого тут нету, правда, это хорошо. Дверь закрыта, конечно же, куда нам идти надо. А, сюда. Что здесь? Здесь какой-то пациент больной, не знаю. Чего он здесь делает? Ну, короче... Нахожу здесь какой-то радиопереговорный этот, записывающий этот. Не знаю, вот куда идти, как вы думаете? Но все просто банально и тупо. Смотрите, куда надо идти. Вот сюда, ребят. Да-да, на лестницу. Которая видна еле-еле просто так. Подтягивайся, Рипли. Вперед, моя родная. Лезь, лезь, лезь. Ты сможешь.
все это время нам надо нажимать еще Е. Ну конечно, куда же нам нужно? Нам нужно вентиляцию, да? По-моему. Конечно. Не только мне побить, дорогая. Капец. Чё делать? Ползи давай. Все, лучше смещаем палец. Да? Ну все, отлично, давай. Кай. Мне так же хреново, как и ей. Давай, родная, подтягивайся. Ну да, но вентиляция. Оттуда слышу чуть. Ладно. Светошумовую возьму. На всякий случай, если эта тварь к нам заявится. Дадим ей отпор. Жесть, друзья. Играйте в эту игру только ночью и только в наушниках. Вы получите просто небывалые впечатления. Такие впечатления я еще не испытывал. Таких впечатлений у меня вообще давно не было. Я ору тут через каждый просто полчаса. Ну реально, в серии бывает. Так бомбит, что я... Блин, мое почтение к разработчикам. Они смогли передать эту атмосферу ужаса. Так, я выбрался, нет? Что-то мне такая... Нравится эта музыка. Фух, неужели все? Неужели моим страданиям? Ну, по крайней мере, на минут 5 точно моим страданиям конец. Я перестрадал в этом уровне вообще. Чужой он буквально. Обнаружено. Так, еще что-то, да? И дорога, походу, в вентиляцию только. Найти запасной лифт. Ну, конечно, найти запасной лифт, найти запасную, блин, часть, деталь. В плане сюжета не двигаемся пока. Вроде как надо выбраться там... нашим друзьям, но что-то пока провисания какие-то не получается. Так, хорошо, тут слишком много шума. Давай, давай. Сзади-то никого нету. Фу, а то я сейчас опять заору. Да, по-моему, он. Ты будешь визжать, как... Ну, вы поняли, кто, да? Деталей не хватает. Будем чинить. Будем чинить. Так, у нас что здесь, сейф? Требуется ремонт. Ну что, давайте на этом завершим серию. У меня тут будет кое-какой монтажик. Потому что я действительно перестрадал, и у меня столько смертей было. Смертей 5 точно. Ну, за серию вы увидите, наверное, только 3, потому что 2 были какими-то, ну, глупыми, если честно. Там вот в этом пожаре я один раз погиб просто так. То есть жизни убавляются, не знаю, куда идти, непонятно с первого раза. А потом уже, когда допираешь, ты умираешь просто. Вот. Ну и продолжим, конечно же, в следующей серии. На этом все, друзья. Будем, конечно, снисходить. Я, по крайней мере, буду снисходительно пока к этой игре за вот такие вот небольшие промашки. Например, я не пойму вообще иногда, куда идти, что делать. Ну и иногда... Короче, ладно. Все мысли оставлю пока что при себе. С вами был Влад. Всем счастливо, хороших вам игр, друзья. Ставьте лайк, подписывайтесь. И всем пока.